right, airmen. 2 days ago, the Allies began Operation Varsity. Thus far, we have mastered our enemy at every turn. But there is one target that refuses to fall. Our objective? This monstrosity called the Flak Tower. It's a city unto itself, the enemy's last bastion of defense. Our bombers have been unable to destroy it from above. We must first take out its defenses. There are several AA emplacements positioned on the roof. All guns must be destroyed. Enemy armor patrols the ground floor entrances. Once the area is secure, get inside and figure out how to bring it down. We are dropping engineering teams to the main assault force. They will move to set up demolitions as the tower is cleared. You are to assist them in any way possible. Apart from that, you'll have to play it by ear. This mission will be the final test of your skills and courage. I've never seen the airborne quit, and I don't expect I ever will. I'll see you all back home. Dismiss. Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я, Антон, и я продолжаю проходить игру Medal of Honor Airborne. А если быть точным, я заканчиваю свое прохождение, потому что сегодня у нас последняя миссия, но будет она довольно крупная, поэтому, скорее всего, я ее разделю на две части. В общем-то, друзья, подходит к войну, война, Вторая мировая, к концу. Мы уже в Берлине, мы будем сегодня штурмовать зенитную башню, так называемый Flakturm, ну или Flaktower по-английски. Миссия довольно объемная, она достаточно сложная, поэтому я рекомендую вам, друзья, не выпендриваться, а взять то оружие, которое вам больше всего нравится, и то, которое будет наиболее эффективно на этой миссии. Лично я возьму, естественно, золотой образец, эталон немецкого оружейного гения того времени, не побоюсь этого слова. Естественно, первым оружием штурмгевер, а вторым помповый дробовик М12. У нас будет, ребят, очень много боев в закрытых помещениях, очень много раз нам придется схлестнуться в ближнем бою, поэтому не выпендривайтесь и берите что помощнее, что поскорострельнее, что поточнее. И вторым оружием я возьму маузер. Чисто для прикола, потому что я его подобрал в прошлой миссии, в одном из сейфов, в операции War City. Но, в принципе, этот пистолет нам открыли бы и просто так. Давайте, друзья, начнем. Выходя из-за облачной гряды, мы видели трассеры, со всех сторон летящие к нам. Стоял ужасный шум, как будто летишь сквозь град. Радист Роджер Эйргуд. Итак, друзья, делаем сальто в воздухе и аккуратненько приземляемся вот на вот этот вот этаж. Ни в коем случае не стоим на месте. Вот именно поэтому, да, друзья, именно поэтому на месте стоять ни в коем случае не стоит. И, друзья, я вам не рекомендую приземляться на верхний этаж, потому что здесь стоит гранатометчик с панцершреком. И очень хочет вас убить. А как только вы приземлитесь, он сразу же откроет яростный огонь. Так, там петушило. Собаки. Посмотри, окружают со всех сторон. Не знаешь, куда спрятаться. Одержи тебя, окорочок. Кушай, не обляпайся. Конечно, противотанковые гранаты очень здорово убирают вот эту вот элитную пехоту с пулеметами. Очень здорово.
просто мастерски. Поэтому, ребят, не скупитесь. Вы еще сможете подобрать такие гранаты. Также, ребят, внимательно следите за количеством аптечек, которые у вас есть. Потому как миссия, как я уже сказал, трудная. И без фейлов ни в коем случае не обойдется. Но мы же с вами профессионалы, мы с вами как надо все делаем. Кушай. Хера ему череп раскрошил. Тихо, граната. Фрицы, кстати говоря, тоже на гранаты очень щедры. Да ты бессмертный, что ли? Вот черт. В общем, цепляем заряд на зенитное орудие. Кстати говоря, целей у нас довольно много сегодня. Два орудия, четыре зенитки, три бронетранспортера на первом этаже стоит, пульт управления на пятом этаже нужно бахнуть и пульт управления подъемником на третьем этаже. Так что работенки у нас сегодня реально до хрена. Ты чё, дяденька, попутал? Ой, твою мать. Вот этот петушара там на крыше гнездо себе свил и постреливает. Опасный черт. Вот еще один. Вот этот, кстати говоря, хрен вас мгновенно бы убил, если бы вы вот сюда приземлились в начале миссии. Он даже не дал вам... не дал бы вам подумать. А правильно ли я выбор делаю? Ой, как я промахнулся. Как я промахнулся. Глупо. Блин, дробовик все-таки великая вещь. Прям вот в той работе, которую нам поручают, это прям идеальное оружие. А, петуховичи меня ждали. Кушай, твою мать. Вот это, ребята, рикошет. Вот это угол падения равен углу отражения, конечно. Дай мне тебя убить хоть один раз с этого маузера. Твою мать. Ребят, видите, что происходит? Сволочи непробиваемые, ты посмотри. Кушай. Я, кстати, и зенитку взорвал, друзья. Нет, ребят, это сущее издевательство. Простите меня. Но, к сожалению... из маузера... из маузера убивать людей совершенно некомфортно. А тем временем меня чуть не запилили, друзья. Как я сказал, миссия очень жопная. Она прям реально заставляет тебя так потеть... Не знаю, я, наверное, в мафии в первой с гонкой так не потел, как сейчас потею. Я так, наверное, не потел, не знаю, на каких миссиях. В штрафбате, наверное, так не потел. В миссии «Господствующая высота», как сейчас потею. В общем-то, друзья, далеко не уходите. Здесь же, на крыше, там, где вы миссию начинаете... располагаются зенитки.
Поэтому не бегайте далеко. Как ты жив? Как же ты жив, боец? Но хедшот я ему все-таки поставил. Твою мать. А если я... себе оставь. Друзья, вот тут постарайтесь не выкидывать никакое дальнобойное оружие ваше. Потому что на крышах, на балконах сидит очень много гранатометчиков. Вот прям эти черти... очень... твою мать. Вот, собственно, о чем я и говорил. Поэтому, если у вас есть винтовка штурмовая или вот такая вот гарант Спрингфилд, что-нибудь, твою ты ж мать, сука, на этого надо мочить, пока он на перезарядке. Вот и все, кусок говна. Вот теперь можем минироваться. И двигать дальше. Вот наших ребят раскидало. Кстати говоря, друзья, я вообще не стрелял в игре из гаранда. А зря. Потому что на него есть очень интересный апгрейд. Я не помню, какой он. Третий, наверное, по счету. Но он достаточно интересный. Он интересен тем, что это ружейный гранатомет. Твою мать. Нихера себе. Нихера себе. Хо-хо-хо. Вот это фокусы. А вот так. Ну вот. Ну вот же ж. Ну вот же ж. Хорошо, идем. Правда, фрицев меньше не становится. Вот тварь, а. Неуемная, ты посмотри. Твою мать, а высовываться мне совсем не с руки сейчас. Мрази, убежали? А аптечками со мной поделится кто-нибудь? Господа. Очень жаль, что нет. Я рассчитывал получить ответ положительный. Потому что хпшечки у меня уже не осталось. Вот говнюк. А это лестничку простреливаю. Чепушило. Там, кстати, еще скоро подойдет. Один пулеметчик в броне. Так что, ребят, учитывайте. О, вот и ХП, вот и ХП, приехали. Ну все, сейчас будем чувствовать себя немножко пободрее. Немножечко больше отваги. Немножечко больше смелости. Ядрить, твою мать. Вот это. Вот это рикошет. Вот это рикошет, и я опять без хп. Ребята, что самое интересное, это только начало миссии. Представляете, что дальше будет? Дальше будет вообще жопа. Дальше будем биться в подвалах. Вот этого вот флактюрна.
О, сука, пришел. Пришел, мудак. Спускается он там? Твою мать, а их там двое. Это совсем нехорошо. И хп не осталось. Жопа полная, друзья. О, есть. Есть. Ну-ка, цепляй прицел. Нет, один хер. Один хер видно, все им. Но, ребят, у меня же есть гранаты, которые делают вот так. Ну, еще вот так. Вот. Хорош, твою мать. Ребята, давайте загрите этого мудака. Нет, посмотри, еще все мало. Ему ж все мало. Наконец-то. Фух. Не. Печаль. Печаль, беда. Все, остается у нас буквально еще одна зениточка. И на этом Алис. Как говорят наши противники. Ой. И патроны, и аптечки. Кайф. Ну что, друзья, теперь можем спускаться вниз. Так, а мы вот там вот пройдем, если сможем. А мы же сможем? Я думаю, что сможем. Почему нет? Ну да. Чё нам стоит? Мы же десантники. Мы крутые бойцы. Так. Вот очень плохо, ребят, что я оставил всего одну гранату. Н-82. Она же граната окорок. Потому что... Ну, в принципе, я думаю, что под конец мы с вами найдем еще таких гранат. Вся беда в том, что под конец нам встретится очень много пулеметчиков. Очень много. И с ними надо будет как-то решать проблему. Ёперный театр. Вы что, сударь? Сударь, вы меня не за того приняли. Ё-моё. Чё-то руки трясутся. Страшно. Хорош. Жалко, нельзя взять пулемет этого упыря. Было бы очень круто. Но... Игра не позволяет. Вызываем, друзья, лифт. Я не знаю. Вероятнее всего, с моей версией игры что-то не так. Просто иногда лифт подглючивает. По-жесткому. Но сейчас все очень даже удачно сложилось. Но обычно тут происходит дьявольская дичь. Все исчезает. Колбасит, трясется. Ёперный театр, нихера себе. Нихера себе. Вот это теплый прием. Ребята, на помощь. Хера их тут. Как блох на беззубой собаке собралось. Но рады, что хотя бы патроны они мне могут дать. Так, вот этого петуха. В его петушином гнезде сразу убиваем. Это гранатометчик. Собственно, он по нам и стрелял, пока мы поднимались. О, кстати.
Кстати. Тут же место высадки. Точнее, зоны выброски. Правильнее будет сказать. За вот такие вот места, где лежат парашюты, нам дают крылья. Такой значок. Если собрать все 5, вы будете большими-большими молодцами. Ну, а я тем временем продвигаюсь. Благо, патронов на штурмгевер никогда не заканчивается. Патронов всегда до хрена и больше. Здравствуйте. И держите еще. И еще. О! А вот ей пульт бахнул. Да ты посмотри, какое тело. Вот эти, кстати говоря, бойцы в черной униформе. СС. Вот эти твари выдерживают гораздо больше попаданий, чем остальные бойцы. С одной стороны, конечно, нереалистично абсолютно, но с другой стороны, какой-то челлендж появляется. Так, наше задание. На 5-м этаже у пульта управления подъемником я бахнул. Остался 3-й этаж и на 1-м этаже БТРы. Хорошо. А лестничку вниз я видел где-то вот здесь вот. Ребят, если кто не понял, это вот такая вот доставка снарядов. Подъемник вот такой. На самом деле, вот эти вот зенитные башни, эта тема очень интересная. Я вам рекомендую поискать информацию, почитать. Это прям действительно очень много, интересно, можно провести время, как я его быстро сложил. А тут еще один. Хорош. А на самом деле несколько типов башен вот таких вот существует зенитных. Я очень хорошо помню фильм «Освобождение», большая такая кинолента советская. И там был такой момент, когда наши войска освобождают Берлин. Ну, как сказать, наверное, освобождают не очень подходит этот глагол. Ну, короче, в Берлине, в зоопарке, была такая башня. Одна из таких, то есть там внизу львы, крокодилы. А наверху зенитки стоят, ну, вот такой вот байде. Причем зенитные башни, они действительно огромные по своим масштабам. Реально очень большущие. В конце миссии мы сможем посмотреть на такое здание издалека.